Ребят, всем привет, мы должны играть Detroit Become Human. У нас сейчас будет Кара, по-моему, да. Сейчас мы сбежим. Сначала поедим за столом, потом сбежим. Тот. Во второй половине дня дождь, вот, в общем-то, и дождь. Ужин готов. Да, да, иду. Секунду. Продуктов было немного. Сделала, что могла. Где Касана? А. Свет хоть включи! Ни хера не видно! Так я что делал, алё, не успел, секунду не хватило. А, какие задания? Обслужить Алису и Тодда, окей. Вот ведь жизнь. Потерял работу из-за роботов. И что я сделал, когда некому стало вести хозяйство? Пошел и робота сраного купил. Оборжаться. Конечно, андроиды ведь такие удобные. Они не устают. Они херней не страдают. Всю жизнь мне испортили. Такие идеальные. Ну что смотришь? Чего вылупилась, спрашиваю? Не нравится жить с папкой, а? А ты думаешь, мне просто? Ты думаешь, мне нравится жить в этой грёбаной дыре? И я виноват, что мать твоя свалила? Ты должен слезть наркотиков, Тот. Иногда ты меня прямо пугаешь, Тот. Удрала, не сказав ни слова, тварь. Спуталась с каким-то недоноском, пухатая шлюха! Это ты виновата. Папочка! Это ты виновата! Оно вернись, я сказал! Так, ломаем систему быстренько. Стоять здесь, чтоб не рыпалось мне, а то вломлю посильнее, чем в тот раз. Конечно, попью. Давай, становимся девиантом, ломаем систему, ломаем фаервол наш внутренний. Оп, R9 там было, по-моему, написано, да? Нет? Я скажу на заметном кадре. Кадре. Черт, стоп. Я обещал вам кое-что, я вспомнил. Не надо говорить, что я забыл. Киберлифе. Санс. Киберлайф санс. Фонд. Блин, есть. Cyber Sans Fund. Но не Киберлайф. Киберлайф Sans.
Теперь Life Sans. Так, сейчас, секунду. Хз, короче, нет. К сожалению, шрифта такого нет. Взяла и свалила меня, шлюха. Тут помогать не будем, не надо. Мог жить нормально. Я хз, кстати, ни разу не помогал, тут не значит. Но нет. Пистолет не будем брать. Меня насрать. Быстрей. Алекс. Он идет! Он меня бить будет! Уходи! Беги! А то он тебя разобьет, как в прошлый раз! Пойдем со мной. Не сюда! Мерзавка. Все из-за нее. Все из-за этой мер... Да фак, я держал. А ты что тут делаешь? Я дал тебе приказ. Нет, я вам не позволю. Ты не позволишь? Она моя. Что хочу, то и делаю. Нет! Да черт, не знаю, что это делать. Само уже. Надо было большой ком спрятаться, но не раз спрятаться здесь интересно стало, но видимо ошибка была. Папа, не надо! Не бей меня! Не надо! Хватит! Это тебе полезно! Папочка, не надо! Полезно! Хватит! Прекратите! Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет! Оставьте Алису в покое! Чего-чего? Ты чего сейчас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая! Ты, кажется, поломалась. Ничего, сейчас починим. Щит, Эриксона. Берегись, Гейра! Фак, не успел ты меня. Иди сюда, тварь! Бля, чего? Кью-е, чего, блин, как ты должен хватит нажимать-то, клавиатуре сраной, а не хватит легче. Кью-е. Успел. Да, сука, никак не пойду, блин, эти кнопки невозможно нажимать. Еще если неправильно нажму, что все, жопа. Shift, блядь. А может правильно сбоку? И ты будешь подчиняться! Ну все, я дернулся. Все, это жопа, конец. Не хочу его убивать. Блядь! Не, живой, все хорошо. Из ней изымался? Все хорошо, он живой, все, кайф. Алиса, зайка! Алиса, смотри, папка ранен. Вы твари, вернитесь. Там закрыта дверь. Так, мы немножко, кстати, ранены лицо. Но ты в моей косяке, правда, не успела нажимать, к сожалению. Кью-е, все, здесь нормально, все, разобрался управление. С. Так, все, нормально, живем. Все, свалили, класс. На автобус. Ну, зашибись, нормально, я считаю.
мы хотели не хотел убивать, не надо убивать, иначе честное мнение будет. Ну так будет. Ну так сильно, если бы мы его убили. Я знаю модель, кстати, Алисы, это UK 500 Лариса. Лариса в близости. Ну еще нет, но скоро будет. Ой, нормас, нормас. Реально страшная ночь. Можно было не убежать и умереть. 37%? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь концовок. Семь концовок. Обосраться. Нет, слушай, ну 37% на самом деле для семи концовок это очень большой результат, поэтому... Успеть на автобус 37, через задний двор 28, сбежать туда 28, 29, 13% бежать на задний двор. Покинуть комнату. Оглушить тот, самый лучший вариант на самом деле. Чего? 4% настолько рарный? Вы не справитесь, я не знаю, почему не справился. Честно, я не понимаю, как так-то. 4%. Что я не так нажал? Shift я не успел нажать, я думал, что Shift открыть наоборот. Обычно в играх так бывает. 4%. Вот это рарно, это очень было, да. Окей, окей. А вы присоединяйтесь, ставьте лайки. С вами был стример. Все, уже умираю. Увидимся в следующей серии. С вами был стример. Всем удачи, пока. Сейчас будет... Маркус, насколько я помню, да. Удачи, через неделю увидимся в это же время.